управлять умением, так что берут числом. Чтобы пройти, придется расчистить эти развалины. Это еще не конец. Мой... У нас бренчалки! Пора устроить еще одну гору ломаного металла. Я могу этим весь день заниматься. Против врагов своих. Слегка застряли, Рекс. Ты можешь найти для нас проход? Посмотрю, что можно сделать, генерал. Отлично! Вы, наверное, хотите, чтобы я вам спасибо... О, мы тебя спасли, чтобы моему подавану не пришлось тащить ящик.
обеспечивать прикрытие. Спасибо за помощь, Рекс. Встретимся у корабля. Да, сэр. Похоже, теперь мы сами за себя. Будь начеку. Следи, тут могут быть джедаи. Понял, понял. Джедаи, взять их! Отлично, стреляем! Будь начеку, они не собираются сдаваться! Попозже отпразднуем. Вот он. Где? За кучей мусора? Смешно. Рекс, мы у корабля. Давайте сюда. Почти пришли, генерал. Займите мне кресло у окна. Может, у них дроиды кончились? Ты их отпугиваешь, шпилька. О, да. Они страшно боятся твоей маленькой подружки. Может, пора кое-кому поучиться хорошим манерам? Тихо. Я что-то чувствую. Думаю, пора вам заткнуться, джедай. Прошу прощения. Не думал, что ты настолько глуп, чтобы обокрасть меня. Жаль, что ты не погиб вместе с кораблем, Теска. Твой приятель? Конкурент. Для обычного вора у тебя странное знакомство, Бэй. Давай сюда ящик. Это не его ящик. Вы даже не знаете, что там, джедай. Если он настолько важен для Бэйна и ему подобных, я его не отдам. Конкуренты. Я убил двоих джедаев и разнес полную станцию клонов, чтобы найти его. И еще двое не проблема. Магистр Пло? Твой приятель? Не волнуйся, детка. Вы скоро увидитесь, когда вернетесь к себе. Давай!
для чего созданы клоны. Берегись, Скайрокер! Все кончено, грязный джедай. Сэр? Не думай о нас, Рекс! Ловите скакаанца! Берегитесь! Я ему не доверяю! Мы его возьмем. Теперь я научу тебя умирать. Умереть, Гуцари! Генерал! Что такое, клон? Есть! Я подвел вас, генерал. Он ушел. Но мы еще здесь благодаря вам. Магистр! Кэт Бэйн тоже улизнул! Учитель, думаете, этот скакаанский слизняк говорил правду насчет магистров Плой Кеноби на станции? Попробую еще раз связаться с Юмой 9. Вдруг будет связь. Да, учитель! Generals, transmission from Ryloth. Put it through, Switch. Juma 9, this is Padawan Tano on Ryloth. Can anyone... Obi-Wan! Master Kenobi, are you all right? I appreciate your concern, Padawan Tano. We've had a situation here, but everything is under control. General? Thank you, Cody. A wise Jedi once told me, this weapon is your life. Thank you, Anakin. It's good to see you, too. Two more signals, sir. Skywalker. Report you have, yes? Yes, Master. We encountered a large separatist force led by a Skakoan agent. He was after some kind of crate stolen by Cad Bane. I'm afraid the Skakoan escaped with it and Bane slipped away. If that crate is the same one missing from the ship we discovered, it is extremely dangerous. Sirs, if I may, I found something in the transmission buffers I think you should see. I traced the Gravitic Core to Ryloth. I'll need your remaining forces on the planet to keep the Republic occupied until I can retrieve it. Your weapon had better be worth it, Teska. It will, Count. When the Naboo Sun reaches its zenith above the facility, the Gravitic Beam will tear it apart, along with the rest of the system. Very well. Just recover it. You needn't worry, Count. Now please excuse me. I have company. Many paths? The story has. Find this weapon. We must. The Naboo system is huge. Where are we gonna start? Sirs, incoming transmission on the emergency code channel. Put it through. This is Senator Amidala. I've discovered a secret separatist base on Bepor, near the Naboo Sun. There's a lot of activity. It looks like they're... Uh-oh. I think I've been spotted. Answered. The question is... She's in danger. We've got to do something. We will. We're going to destroy that facility.
A planet in peril. While investigating a threat to her homeworld of Naboo, Senator Amidala disappears after she discovers a Separatist base hidden within the system. The Jedi Council determines it is part of the same plot they've been unraveling in the Outer Rim. A terrible new gravity weapon with enough firepower to collapse a star. With time running out, Anakin Skywalker and Obi-Wan Kenobi head for the planet Bapur to lead an all-out assault on the facility and disable the Doomsday weapon before it can be unleashed on an unsuspecting galaxy. Проникните на базу, сразу отключите защитные экраны. Нельзя оставлять войска снаружи. Понятно, магистр Винду. Наша основная задача — отключить щиты. Для этого у нас людей хватает. Сэр, мы готовы начать отвлекающую атаку. Выбейте их, Рекс. Я по-другому не умею, генерал. Да прибудет с нами сила. Да, мы тут поднимем тот еще шум. Генералы Кеноби и Скайуокер могут выстрелить только раз, прежде чем их засекут. А, отлично. Громкий шум — моя специальность. Ну что, разбудим парочку бидонов? Летучей кислоты, возможно, из ядра планеты. Неудивительно, что сепаратистам тут нравится. Взорвем еще пару-тройку жестянок. У нас...
понял, командир. Не снижайте давление. Энакин, я чувствую, ты отвлекся. Ты должен сосредоточиться на текущей задаче. Все в порядке, Оби-Ван. Просто слишком много жизней поставлено на карту. Но не волнуйся, ты можешь на меня рассчитывать. Хорошо, теперь вышибаем этот щит. Какая-то у них кислота неприветливая. На этой планете все неприветливое. Осторожнее, Оби-Ван. На дороге сюрпризы. Спасибо, Энакин. Я справлюсь. Осторожнее, Энакин, если ты туда упадешь, нашему делу это не поможет. Я осторожно. Сколько раз я это уже слышал? Bye.
клоны выполняют свою задачу. Капитан Рекс отлично умеет привлекать внимание. Нужно взорвать этот генератор. Вторжение. Тревога. Ты не боишься своего бывшего ученика, а? И впрямь, Анакин, пора научиться уважать старших. Но почему это оказались джедаи? Молодец, Энакин. Пошли дальше. Только не это. Сейчас масляную ванну. Нас атакуют. Я же тебя уже ломал. Давай, учитель! Иногда мне кажется, что ты это немного слишком любишь. Я рад, что мои уроки пошли тебе на пользу. Вы только посмотрите. Впечатляет. Не понимаю, чем тебя впечатляет махина, созданная, чтобы убивать миллиарды людей, Энакин. Прости, учитель. Thank you.
Передовой Капе, говорит Кеноби. Можешь выдвигаться. Я тоже не могу пройти. Похоже, мы сами по себе. Как в старые времена. Давай отключим этот щит. Мы готовы начать подъем. По-моему, что-то на этой базе вклинивается в наши переговоры. Тогда мы положимся на нашего товарища джедая. Готовы, Падаван? Да, магистр Винду. Встретимся наверху. По-моему, они знают о нашем приближении, магистр. Да, похоже на то. Падаван, давай-ка выбьем отсюда пауков. Я с вами, магистр. Почти дошли. Нужно снять этот барьер. Есть, магистр Винду. Thank you.
Враги повсюду. Надеюсь, ты готова, Падаван? Я с вами, магистр. Надеюсь, когда-нибудь я буду уметь хоть половину того, что умеете вы, магистр Винду. Позже придет время для похвалы. Да, магистр Винду. Подаван. Если Скайуокер и Кеноби не снимут этот щит, у десанта нет шансов. Не бойтесь, магистр Винду. Если кто-то и может его отключить, это они. Я не вполне понял, как ты собираешься отключить щит, Энакин. Сейчас не время упражняться в интуиции. Ты говорил, что я должен доверять силе, учитель. Силе? Да. Но, похоже, ты чаще полагаешься на удачу. А есть разница? Да. Исходя из моего опыта, одна из них существует. Вот они. Берегись. Понял, понял. Берегись, ракеты! Мы должны отключить защитный барьер бункера. И не привлекая особого внимания, Энакин. А, тонкость — мое второе имя, Оби-Ван. Тихо, Энакин. Ты не мне, ты дроидам этим скажи. Нужно... Начнем? И пропустить такой шанс посадить тебя в лужу? Нет уж. Отлично, Энакин. Thank you.
Думаешь, они уже знают, что мы здесь? Вряд ли. На вашем месте я бы пытался. Будь настороже, Оби-Ван! Давай, Оби-Ван, я не посрамлю тебя. Почти. Попробуй, но у тебя не выйдет. Отпусти его.
Магистр Винду, мы нашли рубку управления. Мы отключим щит через пару секунд. Опять слишком много помех. Надеюсь, они готовы. Надеешься? Энакин, мы даже пульты еще не нашли. Не говоря о том, что мы тут не одни. Ну, их только двое. Давай я разберусь. Терпеть не могу стражи Магны. Энакин, берегись! Умно с их стороны. Ну вот, щит отключен. Теперь посмотрим, можно ли спасти сенатора. Терпение, Энакин, нам еще нужно... Тревога! Посторонние у пульта управления щитом. Всем занять боевые посты. Ну, всем, кроме посторонних, которые должны оставаться на месте. Я думал, ты собираешься отключить сигнализацию. А я думал, это твоя работа. Эту задачу можно было и не усложнять. Thank you.
зачистила вход. Молодец, командир Понс. Идите к следующему сектору. Да, сэр. Бой начинается. Ты готова, подаван Тану? Ага, ты сильно воняют? То есть, да, магистр. Отлично, подаван. Пора покончить с террором сепаратистов. За мной. Нам пора на встречу с генералами Кеноби и Скайуокером.